получил подарок от спонсора носков, гольфов, компрессионные носки для длительных переездов, перелетов. Очень помогают, держат ноги, чтобы не отекали. С фамилией. Смотрим. Первоначально уходит 200, потом каждый день дополняем. Тут, конечно, свои хитрости есть, пропорции, все. Тут нутриционист у нас присылает список, сколько ложечек положить. Мальтодестрин, фруктозы, гидрофит. Не так все просто, ребят. Добавляем ваты. Просто новое. Это новый способ мыть колеса. Четыре руки, четыре ноги и в две спины. Это правда, так просто, когда делать нечего. Километраж наматываем. Very motivated. It's my 10th Giro d'Italia for me. Восемь проехал, и следующее девятое. Ну, в общем, тренировка закончена. Кто имеет большое желание докатать, продолжим. Сколько поедешь? Часик, не даже минут 30-40. Возьмем Дарио и поедем вместе. Мы находимся сейчас в пресс-центре Giro d'Italia. До старта гонки 2 дня. Через несколько минут состоится пресс-конференция лидера команды Астана Мигеля Анхеля Лопеса. В этом помещении будет пресс-конференция, после чего здесь будут ждать нас телевизионщики, журналисты, которые захотят взять отдельное интервью, задать несколько дополнительных вопросов. Мигель сказал, что в первую очередь очень много будет зависеть от команды. Сильная команда, которая на данный момент сейчас есть у Астаны, это залог успешного выступления. Он надеется, что те тренировочные сборы, которые были проведены с командой в межсезонье, а также в Колумбии в начале года, дадут свои плоды сейчас. Он чувствует, что он в хорошей форме. Он проехал в этом году не так много гонок. Это была Колумбия, Париж-Ницца и Вольта Каталонии, но они дали ему хороший запас прочности и уверенности в себе, а также уверенности в команде. Рождение сына дает ему огромную мотивацию на этой гонке, и он надеется, что он сможет показать очень высокий результат. Сейчас мы находимся на стандартной процедуре, которая происходит перед любым гран-туром. Это официальная фотосессия. Наши ребята фотографируются для того, чтобы потом, когда происходит прямой эфир гонки на телевидении, эти фотографии появлялись во время прямой трансляции. Superman Lopez.